Здравствуйте, в эфире итоговая информационная программа «Новости 24 Саратов». В гостях у нас сегодня Александр Степанов, представитель Елатомского приборного завода. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, в этом году вы отмечаете своеобразный юбилей – 25-летие разработки аппаратов магниотерапии. Расскажите об этом поподробнее. С удовольствием. В этом году это действительно исполняется 25 лет, и линейка магнитотерапии за это время претерпела изменения. Аппараты появляются все более эффективные, более простые в использовании и применяются при более широком спектре показаний. Совсем недавно, к 25-летию, можно сказать, на днях, мы подарили один из таких уникальных аппаратов, как «Алмак-01», нашей городской поликлинике номер 2. Я предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный нашими корреспондентами, как раз с момента вручения. Прошу. В аптеку «Кардио» на остановке «Стрелка» в Саратове в эти дни можно зайти не только за лекарствами, но и за бесплатной консультацией. Здесь работает выставка продажи магнитотерапевтических аппаратов Елатомского приборного завода. В этом году он отмечает юбилей – 25 лет главной разработки аппаратов магнитотерапии. За четверть века сменилось несколько поколений магнитотерапевтических аппаратов. «Алмак-01» воздействует бегущим импульсным магнитным полем и назначается при травмах, артрозах, остеохондрозе, всего более 60 заболеваний. Аппарат «Алмак-01» 02 большей площади и глубины действия. В нем 79 режимов. Это средство для сложных заболеваний вен, суставов, сердечно-сосудистой системы. Одна из последних модификаций Елатомского приборного завода – аппарат «Диамаг». По словам разработчика, «Диамаг» или «Алмак-03» помогает справиться с мигренями, нарушениями сна и ишемией головного мозга. Его также используют для лечения и реабилитации больных, переживших инсульт. Мы очень давно работаем с Елатомским приборным заводом и очень благодарны за эту аппаратуру. Во-первых, она надежная, удобная в употреблении. Можно применять ее у нас в маленьком кабинете, можно применять и дома, она портативная. И она на самом деле действительно очень эффективна. Наши больные приходят к нам, мы им делаем несколько процедур, они удостоверяются, что это не просто реклама. Им нравится, им помогает. Потом они уже идут в аптеки, покупают. Александр, предлагаю перейти к вопросам. Расскажите, пожалуйста, где проходит сертификация аппаратов? Каждый из аппаратов проходит сертификацию не только в нашей стране, но и за рубежом. И вот на все это тратится на каждый из аппаратов не менее 2 лет. На каждом аппарате, прямо на коробке, есть номер регистрационного удостоверения, что аппарат зарегистрирован в списке, в перечне аппаратов в Министерстве здравоохранения. То есть такой вот достаточно жесткий контроль, да? Да, обязательно. Иначе бы они не появлялись ни в лечебных учреждениях, у них не было бы разрешения для использования в домашних условиях, и завод не мог бы их никуда поставлять и продавать через аптеки. А какие гарантийные обязательства есть у вашей продукции? На всю продукцию, которая предназначена для домашнего использования, гарантийный срок 2 года. А в инструкции, в подробно иллюстрированной к каждому аппарату, есть как раз вкладыш с сервисными центрами, телефон, адрес, потребитель легко с этим разберется. Ну и расскажите о том, какие существуют показания по применению. Показания к применению у каждого аппарата свои. Если мы будем отвечать на там, один из вопросов, например, касающийся опорно-двигательного аппарата, то у «Алмага-01» это аппарат магнитотерапии бегущим импульсным магнитным полем. Порядка более 60 заболеваний в общем списке по применению. Самые частые – это, конечно, опорно-двигательный аппарат заболевания, артриты, артрозы, остеохондроз, гипертония. Аппаратом достаточно удобно пользоваться. Он состоит из 4 катушек, включается в сеть и сразу работает. Дальше, а можете продемонстрировать? Дальше человек по инструкции выбирает одно из положений, которое ему нужно, например, вокруг сустава. Аппарат располагается. И такая процедура длится от 5 до 20 минут на одну зону. Первые процедуры по инструкции начинаются с минимального времени, дальше процедуры по времени увеличиваются. При этом нужно отметить, что когда заканчивается курс по инструкции, это где-то порядка 18-20 дней, то через месяц-полтора проводится повторный курс.
Физиокабинеты, конечно, при своей нагрузке таким временем принимать пациентов через каждый месяц-полтора не могут, поэтому и по времени делать очень длительные процедуры также не смогут. Поэтому такие аппараты предназначены в том числе и для домашнего использования. Люди, которые ходят на эти аппараты в лечебные учреждения, они могут прийти и легко в наших аптечных сетях купить такой аппарат домой. И продолжить и лечение пользоваться дома. Да. Причем аппаратом может пользоваться не один человек, а вся семья. А перечень заболеваний, кроме опорно-двигательного аппарата, это и сердечно-сосудистая система, и нервная. Процедуры проводятся при венозной системе, желудочно-кишечный тракт. В том числе нас один из вопросов спрашивали про сахарный диабет. Может быть, чуть позже на нем остановимся. Венозная система. Бронхолегочные заболевания – это хронический бронхит, пневмония, астма. Аппарат используется не только взрослым пожилым людям, у которых вот уже с возрастом появились какие-то проблемы, но это и детский возраст, и детские поликлиники также проводят процедуры магнитотерапии. Даже если у кого-то нет именно алмага, то они делают теми аппаратами магнитотерапии, которые у них есть. И там начинаются процедуры уже даже с грудного возраста. Александр, предлагаю перейти к вопросам от телезрителей. Многочисленные вопросы к нам в редакцию поступили. И вот вы затронули применение аппаратов при сахарном диабете. Как раз был таки вопрос, и он звучит так. Чем лучше пользоваться, если одновременно сахарный диабет и повышенное давление? Ну вот оба этих показания в инструкции к применению и у аппарата Алмак-01. И дальше в линейке стоит следующий аппарат Алмак-02, где... для каждого заболевания собственная программа воздействия. Вот такой блок, это как раз вот от аппарата Алмак-02, где и площадь воздействия будет больше, и при сахарном диабете будет использоваться запрограммированная программа и магнитное воздействие, предназначенное для лечения именно этого заболевания. И гипертония первой и второй стадии находится также в показаниях к применению для магнитотерапии. Магнитотерапия обладает противовоспалительным, противоотечным, регенерирующим действием, поэтому применяется при огромном количестве заболеваний. Что касается сахарного диабета, для улучшения кровообращения сосудов нижних конечностей аппарат применяется как раз на зоны ног, голени, чтобы как можно дольше питательные вещества, кислород доставлялись до стоп такого пациента. Зачастую больные с сахарным диабетом замечают как раз осложнения на ноги, которые приходят. Вот все эти процедуры подробно описаны в инструкции к использованию. Гипертония в первой и второй стадии в основном это воротниковая зона. Аппарат также применяется, обладая магнитотерапией, обладает гипотензивным, это давление снижающим эффектом, поэтому при гипертонии первой и второй стадии также применяется на воротниковую зону. А можно ли использовать, к примеру, Алмак-01 при нескольких грыжах межпозвоночных дисков? Все такие процедуры будут входить в одну категорию процедур, это остеохондроз. Потому что воздействие у Алмага-01 при процедурах не меняется, подобрано только одно, как золотая середина воздействия, поэтому это область наложения аппарата вдоль позвоночника. Что касается Алмага-02, специально выделенная программа при межпозвонковых грыжах будет способствовать тому, что состояние больного, по крайней мере, не будет ухудшаться. Вот. По поводу этого вопроса в комплексе, ну, человек чем получает более комплексное лечение, мы не говорим, что надо сейчас заменить все лечение, которое есть, аппаратами Елатомского завода. Нет. Елатомский завод просто как отечественный производитель помогает становлению медицины в целом, оснащению физиокабинетов на более современную технику. И те лечебные учреждения, которые пользуются, знают Елатомский завод, в общем-то, продукцией довольны. Можно ли после инсульта пользоваться для восстановления двигательных функций? У нас есть приказ Министерства здравоохранения. Первый из них выходил от 2007 года, 1 августа, где сказано, магнитотерапия является неотъемлемой частью реабилитации больного после инсульта.
Поэтому при многих заболеваниях физиотерапии, в частности магнитотерапия, занесены вот такими приказами в действие неврологам, физиотерапевтам. И при так уж раз случилось, что у человека сразил инсульт, то стадия восстановления без магнитотерапии не должна обходиться. Александр, ну а более подробно, где в Саратове можно получить консультацию, вот так вот подробно, чтобы человек пришел и смог узнать все о ваших приборах, все о Елатомском заводе? Вот сейчас, например, ближайшие 4-5 дней работает консультант в аптеке «Кардио» на Стрелке, где мы как раз снимали сюжет, люди могут прийти и получить первую консультацию там. И предлагаю перейти к новинкам. Расскажите о тех аппаратах, которые вот были выпущены совсем, появились на рынке совсем недавно. Ну вот у нас там, да, женщина спрашивала про то, что расскажите о новинках, какие планируются производить. Я думаю, что те, которые планируются производить, они должны сначала пройти вот как раз всю эту сертификацию, а сейчас пока о них говорить рано. А те, которые вот совсем недавно появились последний там год в продаже, это, конечно, Алмак-03. Вот как раз после последствий инсульта аппарат предназначен для того, чтобы лечебное учреждение его могло использовать уже на 5-7 день после ишемического инсульта и 7-9 день после геморрагического инсульта, что раньше было проблематично. И те же Елатомского завода аппараты Алмак-01 и Алмак-02 назначались только после того, как острый период заканчивался. Вот. Поэтому такая новинка – это шаг навстречу и медицине, и пациенту. А после того, как таким аппаратом человеку делали процедуры в лечебном учреждении, конечно, он мог бы такой аппарат приобрести домой и пользоваться дальше, поддерживающие курсы проводить дома. Тем более, если человек не восстанавливается, а сохраняются участки порезов, это обычно конечность руки, рука, нога, вот, конечно, такие процедуры необходимо повторно повторять. Не лежать дома и ждать, когда это будет в такой же стадии еще долгий период времени. Чем раньше приходит помощь, тем лучше. В том числе и в момент, когда случился инсульт. Все знаем, что первые часы это дорого стоит. Александр, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я думаю, не все мы успели задать в рамках этой программы. Многочисленные были звонки от телезрителей. Еще раз повторюсь, вот если все-таки остались вопросы, к вам как-то можно будет обратиться после выпуска нашей программы? Конечно. В любой момент человек может позвонить мне, представителю Елатомского завода в Саратове. Зовут меня Степанов Александр. Телефон 24-95-08. Если человек звонит из области, он также может приобрести нашу продукцию по всей области, по крупным райцентрам. Обязательно одна из аптек аптечной сети там есть. Вот. Или набрать вот код города Саратова и позвонить по телефону 24-95-08, задать все свои вопросы. На те вопросы, на которые не смогу ответить, работает горячая линия завода. На вопросы по горячей линии завода отвечает медицинский отдел. И все ваши вопросы телезрителей не останутся без ответов. Еще раз повторимся. Значит, консультацию можно получить на аптеке «Кардио». Остановка «Стрелка», вниз через трамвайные пути, круглосуточная аптека. Также другие сети – это аптеки «Медуница», «Мирный переулок 17», рядом с кассами «Аэрофлота». Все сети абсолютно продают продукцию Елатомского завода. Это и «Кардио», «Боном», аптеки «От склада», аптеки низких цен, «Мелодия здоровья». И в том числе по всей нашей области все эти аптеки присутствуют. Но тот, кто не нашел или остались вопросы, звоните и на горячую линию, и мне, представителю завода. Будем рады вам помочь ответить на вопросы. Александр, ну а мы были рады видеть вас в нашей студии. До новых встреч. Всего вам доброго и нашим телезрителям. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях был представитель Елатомского приборного завода Александр Степанов. До новых встреч. Памятная дата военной истории России. 18 октября 1813 года. В этот день русские войска с союзниками одержали победу над Наполеоном в битве народов под Лейпцигом.
Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе. Спонсор прогноза погоды – компания «Рехина». Ивановский домашний трикотаж для всей семьи. Ивановская трикотажная фабрика представляет в Саратове торговую марку «Рехина». Потрясающе уютную домашнюю одежду для всей семьи. Только натуральные ткани, только приятные ощущения, только позитивные эмоции. «Рехина», Октябрьская, 9. Здравствуйте! Самое важное о погоде вы узнаете в этом выпуске. В выходные 18-19 октября по области будет малооблачная погода. Возможен небольшой дождь. В Ртищево плюс 2, плюс 4. В Новых Бурасах минус 1, плюс 1. В Красноармейске плюс 3, плюс 5. В Энгельсе плюс 1, плюс 4. В Марксе плюс 2, плюс 5. В Саратове синоптики также обещают малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 5 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха плюс 2, плюс 4. А вот в Италии, в Венеции плюс 16, плюс 20. Погода ясная. Это все на сегодня. Отличных вам выходных. Удачи! Спонсор прогноза погоды – компания «Рехина». Ивановский домашний трикотаж для всей семьи. Ивановская трикотажная фабрика представляет в Саратове торговую марку «Рехина». Потрясающе уютную домашнюю одежду для всей семьи. Только натуральные ткани, только приятные ощущения, только позитивные эмоции. «Рехина», Октябрьская, 9. Памятная дата военной истории России. 18 октября 1813 года. В этот день русские войска с союзниками одержали победу над Наполеоном в битве народов под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе.